Храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровское отметил престольный праздник. Эта церковь в Сестрорецком округе возведена одной из первых новейшей истории России. В этом году храму исполнилось 18 лет. За это время в церкви поселка Александровское сложились и сохраняются прочные традиции. В прошлом году Санкт-Петербургской епархии был назначен новый настоятель храма. Священника, помимо прихожан, с престольным праздником сегодня приехали поздравить и официальные лица. Часы, исповедь, божественная литургия и крестный ход, как финал праздничного богослужения. Новый год у православных христиан наступает 1 сентября, и Рождество Пресвятой Богородицы в новом церковном году – первый из главных 20-х праздников, отмечаемый Православной Церковью. В честь этого события в 2005 году и был освящен храм в поселке Александровское. Церковь в прошлом году обрела нового настоятеля. На эту должность в феврале был назначен протоиерей Богдан Жук. Храм построен в поселке по инициативе самих жителей при содействии ведущих предприятий курортного района. 18-летняя история храма глазами прихожан минула как один год. Однако каждый год для духовенства храма в Александровске, как и для любого церковного прихода, это ежедневные богослужения, праздники православного календаря и, конечно, верующие жители, приходящие сюда каждый день. Во все времена и века образ Пресвятой Богородицы оберегал нашу страну, наше отечество, Россию, дом, семью. И сегодня мы обращаемся к образу Пресвятой Богородицы, чтобы она защитила наших ребят, которые защищают наше отечество, защитила наш дом, нашу семью. Я благодарю отца Богдана за службу Богу, за то, что вы являетесь проводником между Богом и нами. И храм Пресвятой Богородицы по-настоящему в Александровке стал культурным и православным центром. Огромная вам благодарность за служение Богу. И пожелать хотел бы в этот день, прекрасный праздник, всем добра, мира, благополучия, интересных духовных сил. И чтобы в семье всегда царила любовь, которая заливала бы вашими сердцами, а Пресвятая Богородица сегодня. С праздником Пресвятой Богородицы. Мы, как и наши предки, верим в то, что находимся под покровительством Пресвятой Богородицы, как вся наша прекрасная страна. И, как сказал святейший патриарх Кирилл, Россия всегда была непобедима и преодолевала любые невзгоды любых врагов, потому что у нас с вами единая вера, у нас свой язык и своя история. Я всех еще раз поздравляю с праздником, хочу пожелать всем мира, добра, благополучия. Мы должны все быть уверены о том, что Бог, Он всегда рядом с нами, Он в наших сердцах. Мы должны всегда знать, помнить и чувствовать Его. Мы должны к Нему приходить и в горести, и в радости. Мы всегда должны благодарить. И самое основное, что пускай у нас небольшой храм в Александровском, но насколько он душевный, насколько он ласковый, насколько он гостеприимный. Мы желаем нашему храму, отцу Богдану, конечно же, благополучия, процветания. Как отец Богдан сказал, что у него есть поддержка и помощь. Это правда, так оно было, так оно есть, и так оно будет и дальше. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, несмотря на свою относительную молодость, занесен в Белую книгу Санкт-Петербурга как достопримечательность города на Неве. Он стал неотъемлемой частью пейзажа поселка. Храм живет своей яркой жизнью. Здесь постоянно происходит таинство крещения и венчания. Всегда много детей, а взрослые прихожане обращаются к настоятелю за духовным советом. И отец Богдан в этом никому не отказывает. Это особый праздник в церковном году. Это первый праздник, который начинает церковный год. И мы сегодня все с вами прославили Богородицу. Мы все сегодня с вами молились усердно, чтобы покров Божьей Матери распространялся над нашим храмом, над нашим городом, Сестрорецком, Санкт-Петербургом и над нашей страной. Пусть Божья Матерь является нашей ходатайцей, и наши молитвы, которые мы возносим к Пресвятой Богородице, чтобы были услышаны, чтобы мы получили просимое.
Конечно же, самый хороший дар Божьей Матери – это наша вера, это наша любовь, это наши добрые дела. И я очень рад, что наш приход живет и укрепляется и в вере, и в любви, и в добрых делах. По окончании службы и официальной части на территории храма стартовал ежегодный районный фестиваль духовной культуры «Малиновый звон». Он продолжил торжества, посвященные престольному празднику церкви. По сложившейся традиции фестиваля, перед началом концертной программы в небо выпускают голубей. Белый голубь используется православными христианами как символ более 1800 лет. Прежде всего, он связан со Святым Духом. Славят птицы звонкою песнею.